Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА-чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию, и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с нее. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Так. Будем тут засвечивать. Не, оборону я не хочу пока. Может построить Оксфорд, взять фрегаты. А у американца есть инженер? Кого-нибудь иди, шпиона американца. Ой, зачем я убрал отсюда? Ладно, это сейчас я дуболомом буду смотреть. А ты думаешь, если у него сидит шпион, то он инженера засвечивает? Он отвел его, наверное, куда-нибудь. Нет, но у него-то это пизанка. Все-таки как-никак. Сейчас будет или не будет. Но у него вроде ни одного чуда на инженера нету. Да просто если он сейчас лиги рвет пизанку, это будет очень плохо. Ну, так помогайте индонезийцу отбиться. Ну, на самом деле, он два города точно не задефает. У него сразу Турабай и Джакарт падает. Он просто еще не видит, у меня тут армия подъехала к Турабай. Плюс ГГшка на самом деле ничего такая хорошенькая. На внутреннем море будет американец развиваться, конечно, это... И на воде я уже сделал два Голиаса. Это так, чтобы от этого задефаться, если что. Мне нравится, как американец ездил по ушам, что у него там проблемы с производством, вот это вот все. Я вам сразу говорил, что нет. Врет. Ну, пока ГГшка не больше вреда внесла, чем его армия. Че понимать-то? Еда не обрабатывается, что за дела?
Тоже надо апнуть в каравеллу. Все-таки прошел ко мне, да? Прошел, дорогу проходит. Гагешка наоборот отдал. Так, у ассирийца, значит, красить нечего. Ну что, в Дели пересадим. Посмотрим, что он тут строит. Поселенец. Инженер. 4 города. Так, когда там в Занзибар-то перестанем бегать? 6 ходов. Можете посмотреть, сколько ходов у американца до пизанки? Я не знаю. А у кого-нибудь там сидит шпион в Вашингтоне? Индонез, ну у тебя-то, скорее всего, у американца сидит шпион. Ну, по городу я не вижу, чтобы он пизанку строил. Может, конечно, я куда-то не туда смотрю. Но я не вижу, чтобы он ее вообще строил хотя бы. А, нет, вру, строит. Увидел. Да, вон она, около него. Около чеченицы стоит. Что? Около чеченицы стоит. Ну так я говорю, что вижу, что строит. Так. 5 ходов я не успею. Альгамбру там ассирийц раньше ее зафигачит.
Будем следить за этими городами, чтобы он тут не начал строить фрегаты. Ну, а мне может все-таки во фрегаты тогда выйти? Хотя хочется сначала в экономику. Потом или все-таки взять Оксфордом, блин, навигацию. Давайте возьмем Оксфордом навигацию. Конечно, обидно, что ГГшка забрала Сурабаю прям. Так она ее и захватила, можно сказать. Ну, да. Так я специально ее союзил. Не, у меня поздно подошли войска. У меня у столицы ни одного холма. Вообще ни одного. Сложно так играть. Ну да, тебе прям со стороны очень не повезло. Это обычный старт для Индонезии. Фигня такая. Не самая приятная, конечно. Ходы на последних секундах повышены. Было 14 секунд до конца хода. ГГ, короче. Спасибо за игру. Там отпишите мне, как сыграете, или сами там отпишите. Хорошо. Спасибо. Спасибо за игру. Смотри, как его Халецкий, Халец так по-небратски сказал, смотри, если вот, допустим, ну вот в правилах было написано, что если все готовы, ну как, нажали следующий ход, и если, ну типа, я хожу, допустим, нажимаю следующий ход, то это нормально, это можно делать. Да. Потому что в правилах написано, что типа, раз ты нажал следующий ход, значит готов. Да. Ну вот, значит, тогда нормально. Фух, ну все, взял я его. У меня была супер десантная операция. Американец, кикни Индонеза. Ой, я очень нехороший хост. Но ты все равно кикни его. Ходом, а то он так два раза обстреляет меня. Кикни и сохранись. Говорю, он меня сейчас два раза обстреляет, если я кикну его. Да, это на следующем ходу, тем более, это никак не влияет. Так, все, сейчас я его кикаю, сохраняюсь, и мы давайте пересоздаем. Индус, ты доволен, что ты построил? Я, да.
Походу вообще, по-моему, все чудеса строишь тут. Нет, не все. А зачем пересоздавать-то? Ну, я не очень хороший хост. Ну, давай мы поиграем пока, если будешь вообще не очень хорошим, давай пересоздадим. Из таких полезных чудес у меня только получается библа, ну и пизанка, и все. Ну и Артемида. Три чуда — это не так много. Отобрал крепостью у Занзибара ресурс мой, прикиньте. Тем более на запретку я даже не претендую. Так, надо фрегаты в Грации и Линце строить. И вот уже два города с этой стороны. Ну чё, какие вот сейчас расстановки сил в мире? Ну как, ты как был первым, так и остался первым. Ты еще захватил главного индонезийца, еще спрашивает, какие расстановки. Еще одну столицу получил, внутреннее море полностью в свое распоряжение получил. Ты проигрываешь. Ты проигрываешь явно. Оно и было в полном распоряжении. Иначе бы я бы не смог сделать операцию по десантированию. Я же к нему приплыл через внутреннее море, прямо к Джакарте. Так, один ход. Хорош. Индонезийец столько говорил про то, что он Нью-Йорк захватит. В итоге почему-то захватили его. Ладно, сейчас мы выйдем. Ну, вот эти, видите, два города у американца круче, чем у меня. Линцеград. Я боюсь, что он просто сейчас придет ко мне фрегатами. Вот и все. Знаете что, мне, наверное, шпиона надо в Нью-Йорк посадить. Альгамбру строил. И начинать какую-то наземную армию тоже. Поднастроить.
О, я уже второй по армии. Сирий, сможешь убрать рабочего из Ватикана? Чего убрать? Откуда? От Ватикана рабочего. А, сейчас. Так. Девятнадцать, шестнадцать. Кстати, 16. У меня вот такой вопрос. Просто спор был недавно. Можно ли откладывать время кражи техи или нет? Нет. А почему? Ну, блин, ну такой странный вопрос. Ну потому что ты, видимо, пытаешься более крутую теху своровать, правильно? Ну да, что там как бы такого? Это как то же самое, как отложенный выбор института, или когда ты ждешь до конца хода. В отложенном выборе института у тебя хотя бы культура не прибавляется. Когда ты вот откладываешь выбор, да, и у тебя культура не прибавляется к твоему следующему. То есть ты как минимум себе штраф делаешь. Ну да, ну а теху ты, получается, тоже делаешь себе штраф. Ты же не можешь потом взять и одновременно две техи украсть. Что еще одновременно две техи украсть. Так, блин, ну ты получаешь более крутую теху. Ты более дорогую ну, теху да, поэтому, получишь. Как ну, бы, что, ну? Понимаешь, ну как бы я... Еще не факт, что я могу получить ее. Может быть я получу, а может быть нет. Здесь вот еще такой риск идет. Ну если ты получаешь, то ты как бы вот используешь такой баг. Не, ну, я бы не сказал, что это прям баг. Слушай, ты вот меня, ты меня спросил, я тебе ответил. Что ты от меня хочешь? Чтобы... Сколько ты меня будешь еще минут мучить? Просто я интересуюсь мнением. Ответил? Блин, я из-за тебя тут уже хрень сделал, потому что пытаюсь ответить на твой вопрос. Не, извиняюсь, что отвлек так.
От кого он-то на Нарил падает? Да, но не падает. Ты ее захватываешь, что ли? Хотел бы. У меня тут просто внутреннее море. И... не знаю, как-нибудь хочу выбраться. Онлайн-версия 2giz.ru подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние 3 месяца. 2giz оперативно обновляет свои карты, добавляет новые организации в справочник. Ежемесячно в справочнике 2giz появляется 36 тысяч новых предприятий. Среди них 580 кафе, 230 баров и 150 ресторанов. А если принять во внимание, что приложение обновляется не полностью, а только новые данные, то это значит, что мы всегда в курсе дела в своем городе. Так что заходите на 2giz.ru и совершенно бесплатно скачивайте справочник для своей платформы. Так, а куда у меня тут выгодно? Вена, Диярбакыр? О, так у тебя через Измир... Слушай, турок, давай мы так и с тобой не будем на море воевать, а? Я просто вижу, что у тебя через Измир проплыть можно из своего внутреннего моря. Захватишь меня, так уже и... Я просто хочу сейчас, как раз смотрю, что мне выгодно караванчик тебе в Диярбакыр и в Стамбул отправить. Ты там глянь, может, и те караваны выгодно ко мне отправлять. Видите, тут у него через Измир проплыв, вот эта одна клетка, вот тут уже море. Поэтому караваны мои, например, могут в Стамбул и в Диярбакыр, который где-то здесь. Кто это тут пришел такой? Не знаю, мне надо эти американские города сносить. Я тут американца боюсь, откровенно. В Зальцбурге.
Турк. Ответь что-нибудь. Давись как-нибудь там. Смотри. Халецкий вышел во фрегаты. Он плывет ко мне, скорее всего. Поплывет. Вот. Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой так хорошенечко объединиться и, в общем, не дать это этому случиться? Сейчас посмотрим, насколько турок хорошо игру читает, потому что в данном случае лидер как раз американец. Было бы странно с ним объединяться и что-то делать. Американец вовсю глясы строит. Но у него есть деньги на... Ого. Откуда у него? У него было 300, а теперь внезапно 700 стало. Могу только предложить, что ну, еще какой-нибудь... Так, какие у него... А, у него коммерция во всем, наверное, пускает караваны на деньги. Просто еще смотри, че турк. У меня промка четвертая. Это достаточно далеко от первой промки. У него промка далеко от средней промки. И по науке, как вы видите, он тоже на первом месте. То есть... В твоих же интересах турк будет опять же попытаться как-то мне помочь. Вот. Я думаю, это неплохой тандем будет. Алексей, вы что скажете? Ну, ты только что индонезийца захватил. Я не знаю, что, ну, что тут город, еще говорить. Я отхватил его один город всего лишь, и то... Ты его обманул, ты меня обманул, пытался со всеми заключить защитный пакт. Ты разовьешься, у тебя есть Нотр-Дам, у тебя есть счастье. Я не очень понимаю, чего ты ожидаешь от всех остальных, чтобы они тебе помогали побеждать в этой игре. Что ты от меня ждешь, например? Ты договорились, что ты Кабул возьмешь, ты пошел индонезийца захватил. Я тебе прямо говорил, что ты будешь индонезийца захватывать, я... К этому плохо отнесусь. Ну а что, я должен был сказать, что я к нему приплыву? Я чего? Не знаю, что ты должен был сделать. Я не очень понимаю, что ты от меня ждешь. Что я тебе дам выиграть дальше, чтоб... Ну, блин. Слушай, у тебя промка от средней промки очень далеко находится. Ты уже про промку в начале игры говорил. Ты это постоянно говоришь. Ты, наверное, когда даже будешь летать в космос, будешь все говорить, что ты последний по промке. Пока я никуда не улетаю. Это потому что у Индонезии 13. Поэтому средняя маленькая. Я говорю, Monster Dell, он хорошо по ушам ездит. Он уже поездил, все нормально. Все путем. Вопрос, насколько хорошо вы на это вестись будете? Я, поверь, оперирую не просто какими-то там домыслами и так далее. Я четко говорю, сколько там у кого, чего, какие перспективы и так далее. То, что я захватил один город Джакарту, у которого пробки там ноль. Ну, слушай, усилился, так усилился. Я скорее себя обезопасил, чтобы на меня спорить. Ну, вот в этом и дело, что ты себя обезопасил, что теперь у тебя никто тебе вообще мешать не будет. Получается так. А тебе так... кто? У тебя, считай, противовес. Единственный, это я по-хорошему. Почему? Еще турок вообще-то? Там... Потом, на месте потом турка... противовес против чего? Противовес ну, к чему? У тебя в перспективе очень неплохо все. Да-да, у тебя сейчас уже неплохо. Да, у меня сейчас неплохо. А в перспективе неплохо, как раз лучше у тебя, потому что у тебя
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть городов, которых только я вижу. Шесть. Ага. Это как так считаешь, интересно. Джакарта, раз, Бостон, два, Вашингтон, три, Нью-Йорк, четыре, Филадельфия, пять. А, ты сжег, что ли, Сурабай? А, ну было, Сурабай же еще было. Еще Сурабай было, поэтому я и считал так. Джакарта так себе. Не знаю, я лично сейчас вот нисколько не вижу там себя в роли суперлидера. Чудо около Филадельфии, которую сейчас будет стараться брать австрияк. Так что если ты пойдешь поможешь, то ты заодно и чудо увидишь. А, ты еще, кстати, люкс у Занзибара отъел. Ну, блин, почему... Вообще, какая есть причина мне к тебе хорошо относиться в этой игре? Вот, честно. Первая причина простая. Или как там? Ну, короче, я турку все сказал, что хотел... Турк, уже делай выводы свои. Хочешь ты иметь австрияка суперсильного? Не надо иметь австрияка. Или ты хочешь, чтобы был противовес какой-то? Тем более у меня сейчас не так... Ты понимаешь, дело в том, что ты как бы не видишь тут территорию. Проблема в том, что я турку никак не угрожаю. Какой противовес чему? У него тут просто стоят два самых говняных города на берегу в мою сторону. То есть, ну, захочется мне их забрать, я их заберу. Но мне нету смысла забирать, потому что у меня караваны бегают к нему в Стамбул. Если я заберу город, то просто, ну, не пройти будет. Забирать турка ради чего? Он все еще последний, никак не может... Опять же, ты просто усилишь. Тебя никто не сможет прийти к тебе нормально. Ты будешь очень сильный сейчас. Я понимаю, что ты пытаешься людям рассказать, что я тут самый сильный, но на самом деле как раз вот и у тебя все зашибись. И они, по-моему, будут только рады, Америка, если мы будем воевать. Построй войска и воюй с ним, что ты... Ну смотри, так самое интересное, проблема что... в чем? Ну? Проблема в том, что, во-первых, у меня Филадельфия находится на таком, как бы, невыгодном положении мне с моря защищать ее. Плюс он уже давно во фрегатах сидит. Плюс у меня меньше промки на воде. Так что он меня спокойнее захочет, Филадельфию как минимум отхватит. Так что... Ну и что, и почему мне не отхватить Филадельфию? Будет у него, считай, огромная территория. Я захвачу Филадельфию, у меня будет огромная территория? Ну а потом Нью-Йорк. Потом отхватишь столицу у этого индонезийца. Ну, как бы мне Нью-Йорк и Филадельфия вообще как-то не особо удобные города. Один город не страшный, я тебе говорю, он спокойно сейчас три города забрать. Три. Это не два, это не четыре, это три. Это не два, это не четыре, это три. Ладно, говорят, там один. Нет, не один, тут три города. Ну ты он галеасы строишь, я думаю, тебе до фрегатов тоже недалеко. Денег у тебя на ап немерено. Что ты жалуешься-то?
Слушайте, этот проплыв выше Филадельфии защищать вообще, по-моему, хоть голиасами можно. Ты давай там это... Люб, не заговаривай народу. Спром 150. И первой наукой. Ну, конечно, все недалеко, но все равно неприятно. То есть, считаешь, не сможешь защитить этот проплыв, да? Ну, мне кажется, да. Ну, Голиас фигачит. Не знаю, что он тут рассказывает, смотрите, ну, производство нормально у него в Нью-Йорке. По-моему, все очень неплохо. Я думаю, так. Ребята, кто-нибудь там индонезийца-то добьет, нет? Будет у нас Макасар там. Я бы добил, если бы мне никто не мешал. Чувак вынес Индонезию и с обидой в голосе говорит, что ему мешают ее добить. Представляете? Ну смотри, жизнь она никому не мешает. Я бонусы минимальные получил с этого захвата, больше вложился. Да, вообще все плохо. Да-да-да, хоста вынес. Чувак нас собирал, а ты его первый вынес. Кстати, да. Может помириться с американцем и идти действительно турка захватить? По приколу. Почему, собственно, нет? А тем временем первым оказывается индус. Да мне просто договор выполнен, и все.
Я понимаю, что у тебя теперь со всеми договора выполняются. Ты сейчас будешь улетать. Куда улетать? Ладно, американец, в принципе, я готов с тобой как-то обговорить условия опять, но только чтобы ты так не обманывал, а честно действовал. Увидел фрегат просто. Ну еще что у тебя фрегат? Что тебе поможет, думаешь, Филадельфию оставить у ну, себя? хорошо, ну вот давай, вот, сколько у тебя фрегат? Так, вот, конечно, можешь не раскрывать инфу, но я тебе скажу, у меня сейчас 4 фрегата и как его, и еще арбалетов куча около Филадельфии, плюс там сейчас замок достроится. Ну, около Филадельфии у тебя не 4 фрегата. Обстрел Давай, там. Давай будем честны. У тебя около Филадельфии нету фрегатов вообще. Ну, у Филадельфии нет. Потому что как раз мои 6 фрегатов уже стоят около Филадельфии, я ее все вижу там. Поэтому я давай мы сейчас говорю, договоримся. У меня около Нью-Йорка. А? Ну я вижу, что у тебя около Нью-Йорка. Ну, так чего договоримся-то? Давай так, что мы с тобой просто на воде не воюем никогда. Так, ага. Это уже интересно. Никогда-никогда прям. Меня просто не устраивает, что у тебя теперь стало там Джакарта на воде появилась тоже с моей стороны. То есть это все мне не очень нравится. Так у тебя было там на внутреннем море города? Ну, зашибись. А теперь вот такая фигня еще получается. Слушай, ну давай, короче, чтобы хотя прям в самом конце, ну, можно было бы. То есть, типа, вот когда там уже XCOM, чтобы можно было линкорами прийти, там, ну, даже не Инфирматон, наверное, допустим, в эпохе Атома. Как ты смотришь на это? Ну, давай, в эпохе Атома. Я, правда, не очень понимаю, нафига нам в эпохе Атома воевать линкорами, когда можно будет самолетами у нас тут все долетать будет друг до друга. Ну, хочешь в эпохе Атома воевать, окей? У меня промки на самом деле много будет на воде потом. Давай до эпохи Атома. Кстати, по поводу атомных бомб там, что у нас? Атомные запрещены, ядерные разрешены. Ага. Договорились, американец? Да. Ну, я так полагаю, ты туда своими фрегатами куда-то в другое место пойдешь. Ну, поплаваю тут. Может, дань соберу. Вопрос только с кого? Следующим ходом будет буст по науке. Надеюсь, у меня... Ну, вообще, в Австрии обычно... Американец, принимай. Чё ты мутное делаешь? На самом деле, я вот думаю, что действительно чё надо придумал, там? Турка брать. Не стой меня с этим, с индийцем. Чего? Говорю, что ты мутное там придумал. Не стой меня с индонезийцем. Я про мутное понял, а что там с индонезийцем, вот это не очень понятно, что ты говоришь. Не стой меня с индонезийцем. Не ну, стой? Типа... Ну да, так вроде говорят выражение. Что-то я не понимаю, что оно значит. Ну, она значит, типа, что почти как там ясно видим, так как ясно видим. Ну, сравнительный какой-то. А, ну бойся, да, бойся. Наверняка я там что-то да какую-то фигню я-то, придумал. Я-то не боюсь, я боюсь, что ты там что-то придумал свое. Какую-то, не знаю. То есть, когда я собирался брать Кабул или там что там, Занзибар, я не собирался его брать. То есть думаешь, я вот сейчас с тобой защитный пакт заключил, но я не собираюсь с тобой защитный пакт заключать, да? Нет, не
со мной. Я говорю, что если... Вот я говорил, что типа я беру Занзибар, там все дела, там, или Кабул. Но на самом деле я брал не Кабул, не Занзибар, пошел на Индонезию. Типа... Mm-hmm. То есть то же самое, и получается, ты сейчас можешь провернуть там. Все может быть, да. Поэтому я и говорю, что воду мутишь. Жалко, конечно, я никак не могу фрегаты сюда перекинуть. Так, слышишь, шел бы лучше тогда индонезийца захватил уже окончательно. Те, я оттуда перевел всю арбу. Уже ж никто тебе не мешает. Говорю же, всю арбу перевел. Отлично. О, уголь уже сразу у меня есть. Зашибись. Так, пожалуй, надо к себе посадить. Ой. Вену. А этого давайте в Стамбул или в Индию. Так, что ГГшки хотят? Кабул, Богота, Брюссель, Сидон. Так, я понял, у меня атеисты вообще везде. Я-то думал, что ты иудаизм ко мне притащишь уже. Да что-то не это, не долетело до тебя. Ой-ой-ой-ой, там ничего себе предложил индонезиец, запрет на киты. Я надеюсь, мне с этот, как его, никто не будет заголосовать? Я ведь расстроюсь. Всегда. Я бы проголосовал за. Ну мы же с тобой вроде друзья теперь или нет? Или опять? Ну не знаю, ты у меня отобрал эти драгоценности у Занзибара. Почему бы мне не проголосовать, чтобы у тебя не было китов? Ну отобрал же драгоценность, отобрал. Чё-то мне кажется, там турок мутит армию. А индонезиец мешает увидеть реальный расклад. Ну, то есть строит. Так, фабрика. Здесь давайте фабрику. Че, за кого я предлагаю? За сирийца. Это сам сирийц предлагает? Я предлагаю за... Это индус предлагает. А, индус? Ну? Да, сирийц на самом деле темная лошадка. Ну хорошо, я согласен за сирийц. Хотя не знаю.
Может, нам американец друг за друга проголосовать, чтобы иудаизм протащить? Я буду голосовать против запрета на редкие киты, этот, на киты. А, то есть иудаизм не пройдет? Я не знаю, но я не хочу, чтобы киты были. Ну как, ну, что я не знаю, ну, точно не пройдет, если ты будешь. Ну, ладно, значит, я за Сирию голосую. Тем более, ты там порывался голосовать против китов. Ну вот, у тебя теперь меньше голосов будет. Блин, опять индус свои предложения научные рассылает всем. Что-то мне сыкотно с ним заключать уже научные договора. Он уже первый. Я отказался. Нет, ну смотри, ну а что такого в этом? Не, я тоже откажусь. Давайте с кем-нибудь другим я заключу. Так, у ассирийца денег нету, у турка. Ну вот с турком можно, в принципе. Американец, у них такое предложение. Давай договоримся так, если мы с тобой заключим договор, то я не буду голосовать за китов. О, индус, у тебя города на море. Круто. Давай. Индус хитрый. Он же не сказал, что он будет против них голосовать. Я должен быть уверен. Ну как бы тут такой, так себе город. Я просто считаю, что по-любому должен быть хотя бы один марк горожан на всякий случай. Чего не слышно было сейчас тебе? Я просто считаю, что должен быть по-любому хотя бы один марк горожан. Это у меня только лагает? Да, у всех. Он говорит, что... По его мнению, хотя бы один морской город должен быть. Ну, это на самом деле логично. Это рискованно, но логично. Ну чё, у кого там нету угля? Я могу открыть лавочку по продаже угля. У индуса нету угля. Индусу так себе давать. На самом деле сейчас все достаточно вровень идут. Кто бы что ни говорил. Хватает. Чуть-чуть совсем не хватает. 70-67. Так, надо производство. Так, производство. Молоточки. Давайте снимем, наверное. Так, все. Один ход.
Я буду рад, если мы сделаем перерыв небольшой. Небольшой это какой? Слушай, ну вот, ну нельзя так вот, так, ты, наверное, по-другому говоришь. Ребята, мне нужно сделать небольшой перерыв, пожалуйста. Ребята, если вас не затруднит, пожалуйста, давайте сделаем перерыв. На этом пока все, продолжение через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.